Командиры артиллерии соревнуются в Саратове. На территории регионального учебного центра проходят заключительные состязания. Такого рода соревнования в нашей области проводятся впервые. В рамках мероприятия командиры батальонов сдают общефизические нормативы, а также соревнуются в огневой подготовке. Количество участников всероссийского состязания в этом году составило 19 человек. Проведение первого соревновательного дня, 5 июля, выбрано не случайно. В этот день на Курской дуге началось сражение, в котором удалось победить, в том числе и благодаря профессиональным навыкам артиллеристов. По словам организаторов, не случайное место проведения состязаний. История Саратовского учебного центра богата героями Советского Союза и России. Что именно здесь, в 2014 году, на территории сейчас расположенного учебного центра, проходили подготовку военнослужащие участники Первой мировой войны. Герои Брусиловского прорыва. После гражданской войны и в годы Великой Отечественной войны на базе учебного центра были созданы училища,